Когда-то я написал небольшую книжечку, которую назвал «Аиша, мать правоверных. Целая жизнь на нескольких страницах». В этой книге я отстаивал правду. Я опровергал слова представителей западной культуры, которые утверждали, что у пророка была страсть жениться на маленьких девочках, что он был психически нездоров и тому подобное. Творец, всемогущ он и велик, водил моей рукой, и только ему принадлежит заслуга в этом. У меня есть дочь. Она живет со своим мужем в Эр-Рияде. Она ничего не знала об этой книге. Вообще. Эта книга только собиралась выйти в свет. Она еще не была издана. Новая книга. Она позвонила мне по телефону и сказала: «Я видела сон. К нам в дверь постучали. Я побежала открывать, открываю, входит женщина и говорит: „Я Аиша, мать правоверных. Я пришла поблагодарить твоего отца. Я совершил суджуд благодарности Аллаху. Для чего я вам это рассказал? Мы должны благодарить Аллаха за эту убежденность, которая есть у нас. Благодарить Всевышнего за то, что Он не позволил словам двуличников разного сорта, а также их прислужников, проникнуть в наши сердца. Я воздаю хвалу Аллаху. Мы должны воздавать Ему хвалу за это благо, убежденность, которая у нас есть, любовь искренняя, приходящая после обретения рациональной веры в Аллаха, она спасет нас от всевозможных бед».